Переносить скорби всегда нелегко, вы это знаете. Особенно если тебя неумело утешают. Есть еврейская притча о Равини, Ахани, о Бензаке. у него умер сын, и вот пришли ученики утешать его. Пришел Рави Елизер, сел перед ним и сказал: Разрешишь ли, учитель, сказать тебе слово утешение? говори. прородитель Адам имел сына, и когда сын этот спал мертвым, Адам утешился в своей скорби, что подтверждается его же словами. Бог даровал мне другое дитя вместо Авеля. Утешься и ты, учитель. На что Рави Аханан воскликнул. Разве мало мне моей скорби, что ты еще и скорбь Адама взваливаешь на меня? Жалкие утешители. Это самое жуткое, что может быть в скорбях. Друзья Иова, вы знаете, да, мне кажется, это насмешка такая. Зачем тебе враги, если у тебя есть такие друзья, которые будут тебя таким образом утешать? Когда ты заболел, тебе напомнят о больных. Когда ты нищ, тебе напомнят о нищих. Когда тебя не понимают, тебе напомнят о тех, кого не понимали. И всегда напомнят тебе о грехах твоих. Апостол Павел, как вы знаете, писал это письмо из тюрьмы, послание к Ефесянам, тюремное послание. И поэтому вот в нашем отрывке, который мы сейчас будем читать, последняя фраза призывает нас не унывать, глядя на его судьбу. И возникает вопрос, чем же Павел утешал себя? Складывается впечатление, что служитель Божий не унывает среди скорбей. Посмотрите на текст, давайте его прочитаем. Ефесянам 3 глава с 8 по 13 стихи. «Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия, благовествовать язычникам неисследимое богатство Христова, и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом, дабы ныне соделалось известную через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия. По предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе, Господе нашим, в котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него, посему прошу вас не унывать при моих ради вас скорбях, которые суть ваша слава. Заметьте, Павел говорит, не унывайте, когда видите скорби. Свои ли, чужие ли, не унывайте. Возникает вопрос, неужели Павел, как эдакий духовный Шварценеггер, такой духовный супермен, от которого отскакивают пули, которого, так сказать, ничто не берет, почему он побеждает уныние? Павел сообщает нам о четырех причинах для победы над унынием в христианской жизни. Давайте эти причины рассмотрим. И первая причина, чтобы не унывать, состоит в том, что служитель расценивает свою жизнь как благодать Божью. Все, что есть в нашей жизни, это благодать. Посмотрите, восьмой стих. «Мне наименьшему из всех святых дана благодать сия». Павел не жалуется, он не говорит, вот, я хороший человек, я проповедую людям Евангелие Христово, а меня за это взяли и посадили в тюрьму. Ну разве это справедливо? Он вообще об этом не думает. Он говорит, мне наименьшему из всех святых дана благодать. Он понимает, что в принципе лучшего-то он недостоин. Он осознает себя недостойным. Посмотрите, Павел говорит, я наименьший из всех святых. Кстати, если кто-то из вас считает, что он достоин чего-то лучше в своей жизни, то это, во-первых, вранье, а во-вторых, это все равно ввергнет тебя в депрессию. Кто-то из великих мужей божьих сказал, что после нашего грехопадения все, что не ад, это уже благодать. Потому что по справедливости нам положен только ад. А все, что лучше ада, это уже воспринимай как подарок. Ты не достоин. Ничего, но тебе дана благодать. Некий вламский старец писал по этому поводу: Если будешь копаться в своем сердце, тогда увидишь там змеи сто главого. Однако не пугайся и не робей. С Божьей помощью будешь сокрушать им головы. От внимательной к себе жизни увидишь себя очень худым и немощным. Других не будешь осуждать, и увидишь всех хорошими, а на чужие немощи даже не обратишь никакого внимания. И в сердце почувствуешь тишину и мир. По временам будут появляться утешающие слезы. Служитель понимает, вся его жизнь ⁇ это благодать. Его служение ⁇ это благодать. Это прекрасно. Далее служитель... Божий старается помочь другим. Посмотрите, Павел говорит, что он делает богатыми язычников. В восьмом стихе. Благовествовать язычникам неисследимое богатство Христова. О богатстве Христова мы уже много с вами говорили в предыдущих главах. Павел подробно описал его. Поэтому Павел говорит, мы делаем кого-то необычайно богатыми. Во втором послании к Коринфянам он пишет, нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищие, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. Вера в Христа – это надежная защита в день бедствия. Люди ищут себе защиту в день бедствия. Ну, любой зонтик свидетельствует об этом желании человека иметь защиту, когда что-то будет не так. Перед войной люди закупали соль и спички, керосин, мыло. Самый ходовой товар. Хотели жить в безопасности. Чтобы был хотя бы какой-то минимум. И мы знаем об этом из Слова Божьего, что однажды вот эту безопасность от гнева Божьего люди начнут ценить больше всего, что есть на свете. Тогда все наши ценности пропадут. Тогда никакое э, твое положение здесь на земле не будет важно. Перед великим престолом белым, перед суд... э, судьей всех, Богом, встанет царь и Бог спросит, ты кто? Я царь, снимите с него корону, там, положите перед кр... престолом. Ты кто? Подойдет следующий человек, я генерал. Сорвите погоны, положите перед престолом. Цари земные, вельможи, богатые, тысяченачальники, сильные, всякий раб, всякий свободный, написано, скрылись в пещеры и ущелье гор, говорят к горам и камням, падите на нас, сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять? И вот это истина о том, что самое ценное в жизни – это то, что защитит тебя от опасности. Этим, собственно, мы и утешаемся. У нас есть самое ценное, что есть вообще на Земле. И мы стараемся помогать другим. Мы открываем другим вот это богатство. И мы участвуем в строительстве, которое не разрушится. Взгляните в 9 стих. И открыть всем, в чем состоит домостроительство, тайны сокрывшийся от вечности, сокрывавшийся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом. Люди в очень многих делах участвуют с небывалым энтузиазмом. Энтузиазм культивировался в советские годы. Советская пропаганда была наполнена примерами энтузиазма. Газеты сообщали, что вот я... Ну, порылся в архивах, строительство Бобриковского химкомбината. Рабочие работают в пургу на 30-градусном морозе, привязывают себя к лесам, чтобы их ветром не сдуло, обмораживаются, многие умирают и так далее. И где сейчас этот Бобриковский химкомбинат? Никто не знает. Скорее всего, разрушился, никому не нужен. Но люди положили жизнь свою на то, чтобы его построить деятель Коминтерна, Отто Кусинин с восхищением рассказывал о бригаде комсомольцев. На 40-градусном морозе стеклили крышу Сталинградского тракторного. Многим ампутировали потом руки, ноги. Но наступила война, и этот завод был разрушен до основания. Люди с энтузиазмом идут на то, чтобы положить жизнь свою, здоровье свое для того, что разрушится, что сгорит. Евгений Гришковец рассказывает, как они драили свои казармы, как они вычищали все, что вот там было, ну, когда служили в армии. И он сейчас говорит: Я приехал на этот остров русский, где я служил на флоте. Все развалилось. Развалено. Апостол Павел говорит: Посмотрите, вы. Участвуйте в том деле, которое никогда не разрушится. Мы открываем всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Христом Иисусом. Вы можете потерпеть, даже если служение связано со страданием. Мне на перемене, кстати, задали вопрос, может быть, кто-то действительно меня неправильно понял. Когда я говорю о страданиях, я не имею в виду гонения. Страдание и гонение это не одно и то же. Страдание, оно будет всегда в жизни у христиан. Гонение не всегда. Но страдания будут. Если ты решил служить Богу, ты будешь страдать. Но Павел говорит: я-то не, как бы не боюсь этих страданий, потому что то, что мы строим, это строит Иисус Христос. И это вообще никогда не разрушится. Стоит потерпеть. Уж если люди идут на э, э, геройство ради вот этих вот разрушаемых зданий, то мы тем более пойдем. Потому что вечным будет только Бог, только Его Слово и только Его люди. Только в это и стоит вкладываться. Все остальное сгорит, все остальное разрушится. Поэтому Павел говорит, я не унываю, я расцениваю свою жизнь как благодать, я занят самым серьезным делом в жизни, которое только можно представить. Ну и что с того, что я сижу в тюрьме? Что с того, что вот так получилось? Вторая причина, чтобы не унывать в скорбях, состоит вот в чем: ангелы смотрят на нас и познают мудрость Божию. Смотрите в 10 стих: дабы ныне соделалась известную через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия. Глядя на нас, ангелы могут узнать, что Бог бесконечно мудр. Вообще это поразительный стих. Начальство и власти на небесах это ангельский мир. Аналогичное выражение Павел употребляет в первой главе, в 21 стихе, мы уже с вами читали, и Колоссянам 1:16. В Ефесянам 6.12 Павел употребляет такие же слова по отношению к падшим ангелам. Бог привел церковь в состояние бытия, чтобы ангелы посмотрели на церковь и научились. Вот так стоит жить. Если вы внимательно читали книгу Иова, вы увидели, что Иов тоже когда-то участвовал в подобном эксперименте. Цель этого эксперимента была в чем: Пришел сатана к Богу и говорит: Даром ли богобоязненный Ов. Вообще главная мысль книги Иова: а вот слабо ли тебе Бог построить отношения с человеком не по принципу дашь на дашь? Вот когда не по принципу ты мне, я тебе. Будет ли хоть один человек в жизни любить тебя просто так? Даже если у него ничего не будет, даже если кроме страданий ничего в жизни не останется. И Иов участвовал в этом эксперименте. Даром ли богобоязнен Иов? И поразительны его слова. Вот он убивает меня, но я буду надеяться. Я знаю, искупитель мой жив. Он в последний день восстает из праха распадающуюся кожу мою и я во плоти моей узрю Бога. Сатана был посрамлен в этом эксперименте. Сатана увидел, что оказывается возможные отношения с Богом не потому, что вот Бог тебе что-то дал, а просто потому, что Бог, я люблю тебя. И я думаю, вот Павел говорит, через церковь начальством и властям на небесах должна быть известным многоразличная премудрость Божия. Вот сейчас Бог с неба смотрит на нас, на Курск, на эту церковь. И что он говорит своим ангелам? То есть, может ли Бог сказать? Так, ангелы, подошли все сюда. Посмотрите, вот церковь в Курске. Посмотрите, как они переносят страдания, как они живут благочестиво в этом жутком 21 веке. Я часто, когда себе это представляю, я, мне хочется молиться, Господи, ну хоть меня-то ангелом не показывай, пожалуйста. Стыдно же, потому что а, плохой уже очень я экспонат. Такого быть не должно. Если вы читали книгу Джонни Эриксон Тады, а, вот это же ну, девушка, которая очень а, рано перенесла травму позвоночника, и Бог дал вот мне возможность с ней познакомиться лично. Это вообще поразительный человек. Она вот, кстати, свидетельствовала, что именно этот стих, 10 стих из 3 главы послания к Ефесянам, ее в свое время очень сильно утешил. Бог смотрит на нас. Бог допустил перелом позвоночника в ее жизни для того, чтобы показать всему ангельскому миру, что возможны другие отношения с Богом. Представьте, это аудитория Божья Вселенная. Бог – учитель, ангелы – студенты, церковь – учебное пособие, иллюстрация. А предмет Божьего преподавания – это многоразличная премудрость. Поэтому не унывайте в скорбях. Вы все участвуете в большом учебном процессе. ТВ-семинаре – благотворительный проект Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию о чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте tv .com. Третья причина, чтобы не унывать. Служитель знает, что все находится под Божьим контролем. Посмотрите. Бог все определил и исполнит волю свою. 11 стих. По предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе Господе нашим». У Бога не будет никогда случайности, никогда Бог не скажет, упс, вот об этом-то я не подумал, понимаешь? Как же так вышло, что все пошло не так? Как так вышло, что э, что-то не получилось? У Бога никогда такого не не будет. Все по, происходит по предвечному определению. Бог все учел. Ничего не сможет произойти, чего Бог бы не допустил. Даже Сатана не сможет пойти дальше определенного Богом порога. Даже если Бог допустил до вас Сатану, помните, Он сказал его душа его, это не твоя компетенция. Душу его не трогай. И Сатана не смеет ослушаться. Он не пройдет дальше, чем Бог ему не попустит. Поэтому Христос говорит, не бойтесь убивающих тела, души же не могущих убить. Бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Не две ли малые птицы продаются за осарей? Ни одна из них не упадет на землю без воли отца вашего. У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц. Я э, ну, много довольно путешествовал в своей жизни и продолжаю путешествовать. Я помню, как я ехал однажды в плацкартном вагоне из Москвы в Самару, и это был очень какой-то жуткий, плохой поезд. В общем, все спали, вот я помню, это как в войну, как в, как в плохом фильме про войну. Все спали в пальто, в шапке, ушанки. В ну, очень холодно было, вообще не топили вагон, там на стеклах намерзло. То есть это фантасмагория в 20 веке. Я летел на самолете, у которого, который махал сильно крыльями, и было ощущение, что двигатель привязан веревками. И я молился, чтобы эти веревки не развязались. Потому что все там ходило ходуном. И в этот момент я молился, вот ну, в такие моменты я молился и говорил, Господи, ну почему? Я же могу умереть, и вообще мне страшно. И Бог говорил, ну это же хорошо, ты умрешь на служении мне. <свят> Это вообще почетно. Я жене когда, кстати, рассказывал там о своих страхах каких-то. У меня жена тоже боится летать. Она говорит, в Америку нельзя ездить. В Америку только на поезде. <свят> Значит, вот. Но она меня утешает. Вообще у меня жена очень хорошая утешительница. Когда я говорю, Свет, может быть, я тут помру вообще скоро от всех этих бед и напастей. Она знает, как утешить. Она говорит, Паша, успокойся. Бог забирает к себе только лучших людей. Поэтому ты, судя по всему, проживешь еще очень долго. Она знает, какие слова найти. Бог все определил. У него все учтено. Бог дает нам дерзновение и открывает двери. Служитель знает, что все находится под Божьим контролем. Именно он дает дерзновение. Есть известная философская притча об одном человеке, который шел в небесную там, отчизну, и на пути у него встретились ворота. А у ворот стоит грозный стражник. И вот этот человек подходит к воротам и говорит, ну, мне надо пройти через ворота. А стражник молчит. Он очень грозен, у него в руках оружие, там топор. Лицо у него страшное такое. И вот этот путник стоит и не знает, что же делать. Он пытается подкупить стражника, дает ему деньги. Тот деньги берет, ни слова не говорит, качает головой. И не говорит, можно пройти, нельзя. Странник опять стоит, ждет. И вот в этой притче так проходит вся жизнь этого странника. Он стоит и не решается войти в эти ворота. И вот он уже умирает в этой притче. И стражник, наконец, взваливает топор на плечо и говорит, «Эх, балбес ты, прожил ты всю жизнь. Это были твои ворота, Богом предназначенные тебе. Ты должен был через них пройти. Никто не говорил тебе, что я тебя убью. Ты должен был идти». И стражник уходит, и человек понимает, что жизнь была пройдена, Жизнь прожита, а путь не пройден. Дерзновения не хватило. Притча о нехватке дерзновения. Апостол Павел говорит, Бог дает нам дерзновение, в котором мы имеем дерзновение, 12 стих, и надежный доступ через веру в Него. Мы имеем способность даже в страданиях служить Богу. Это возможно только в Иисусе Христе. Отняли у тебя такую возможность, найди другую, Отобрали у тебя дом молитвы. Вот братья очень все любят там кричать: Вот там нам не дают церковь зарегистрировать гонение. Жуть какая, там, дом молитвы не построишь. Закон приняли ужасное о миссионерской деятельности. Я все время думаю: да при чем здесь это? В первом веке Павел вообще сидел в тюрьме за проповедь Евангелия. У него, в той церкви ни одной брошюрки, четыре духовных закона не было, не было спонсоров заграничных, ни из Египта, ни из Вавилона, их никто не поддерживал. Вообще они там государственная религия была такая, чуть что камнями побьют. Никакой никакого никакой демократии в общем не было, никакого общества правового. А они шли и проповедовали. А мы сегодня говорим, ой, нам не разрешают собираться, нам не дают аренду зала особенно в Москве, если так говорят, братья, да идите в Макдональдс в любой, сядьте утром и изучайте писание, там с утра нет никого. И бесплатно, ну купите себе по гамбургеру, а то там подростки собираются, все равно, какие-то, значит, своими телефонными делами заниматься, или сетевой маркетинг, идите вы и сособирайтесь. Всегда можно найти способ, та же Джонни Эриксон, ну так получилось, она не может рисовать руками. Она рисует ртом, она художница. Но она нашла этот способ. Павел говорит, Бог дает нам дерзновение, закрыты одни двери, но он открывает другие. Мы идем, мы проповедуем, мы не унываем в этих скорбях. Даже в тюрьме он сидел, в послании к филиппийцам Павел шутит, вообще Павел очень много таких э, смешных вещей пишет. Помните в послании к филиппийцам, он говорит, «Узы мои о Христе стали известны всей притории». А ведь это шутка на самом деле. Ну, вы же знаете, что э, воины, которые охраняли Павла в тюрьме, их же приковывали на 4 часа кузнику, вот от такого ранга, как Павел. И Павел как бы говорит, видите, как здорово, 4 часа человек ко мне прикован, он уже никуда не денется, придется ему слушать Евангелие, он не может убежать от меня. И уже вся притория уже знает о Христе, потому что уже все воины уже со мной посидели. То есть они же по очереди меняются, воины. А Павел использовал это. Бог дает дерзновение, поэтому прекратите ныть, стучите, Бог отворит. Он это обещал. Сможете послужить другим, наполните жизнь не только свою, но и жизнь другого человека. Ну и, наконец, четвертая причина, чтобы не унывать. Служитель Божий знает, что скорби превращаются в славу. 13 стих. Посему прошу вас не унывать при моих ради вас скорбях, которые суть ваша слава. Вот это слово «посему», оно охватывает все то, о чем раньше Павел говорил, и он объясняет. Скорби производит великую славу. Во втором послании к Коринфянам 4,17 он пишет, «Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу». Безмерный преизбыток славы в будущем. Меня это очень утешает. То есть количество будущей славы пропорционально количеству наших страданий. И Павел знает, в страданиях выковывается наш характер, как серебро очищают от примесей, ну это набивший оскобину образ, но тем не менее это правильно. Только если расплавить серебро, тогда примеси уходят. Они более легкие, они всплывают наверх и их убирают. Бог иногда и нас, вот так же, переплавляет в страданиях. Наши страдания помогают другим идти за Господом. Если вы смотрите интернет, ну вы наверняка видели очень много свидетельств вот этого брата во Христе нашего, у которого нет рук и ног. И как он свидетельствует о Христе, это поразительно. Страданиями Бог удерживает нас от грехов, и поэтому возрастает слава. Человек желал греха, но Бог поразил его болезнью и удержал таким образом от греха. Так или иначе, все устроил Бог мудро. Поэтому переносите скорби. Даже небольшая любовь к Богу способна намного. Поэтому может измениться мир. Все, что у вас есть, это благодать. Делитесь ею. Являйте славу Божью ангельскому миру. Ангелы смотрят на вас. Ангелы сидят в Божьей школе. И чему они научатся, глядя на вас? Помните, что Бог все держит под контролем. Случайно вообще ничего не произойдет. Бог, если допустил, он поможет вам. Он даст вам дерзновение. И, конечно же, ожидайте славы от Бога. И тогда все в вашей жизни будет соответствовать Божьему назначению и Божьему призванию. Во славу Его. Аминь. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.